Уважаемые зрители моего канала, сегодня мы прослушаем пластинку дореволюционную, которая называется «Выкличка из архиерейского богослужения», изготовлена фабрикой общества «Экстрафон» в Киеве. Вот. Поет Рисположенский, диакон Московского Большого Успенского собора и духовный хор Юхова. Москва, 910 год. Thank you.
нам согласили покаяние твое у Господа проси. И кончины живота нашего безболезненны, непостынны, мирны, и доброго света над страшным судить и Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную, Матричицу нашу Богородицу и Пресвятую Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот нас, Христу Богу как пели раньше в церквах, а сейчас богохульники как поют? Вообще не умеют петь. Понабрали консерваторских певцов и богохульствуют в церквах. И не умеют петь. Все. Пишите в комментариях, ставьте лайки. До свидания.